Все работы были сегодня закончены в круглосуточном режиме, они проходили. И в настоящее время тепловая сеть находится на заполнении. Левобережная часть города разбита на несколько подэтапов запуска. Вот первый и второй этап был успешно пройден, и из 2400 объектов было запущено практически 2100. Вот, в настоящее время остаются пока отключены именно 62 жилых дома, которые непосредственно подключены к тепловой сети, к дефектной тепловой сети. И пониженные параметры у нас в зоне башни и телецентра, вот, которые, в общем, ожидают заполнения тепловой сети и поднятия параметров. В ближайшее время, это вечер сегодня, ну и, наверное, в ночь, максимальная концентрация работ, и ожидаем запуск 100% жилого фонда города Новосибирска. На текущий момент по улице Лазурной также мы наблюдаем выход воды на поверхность. Там незначительный дефект, который, видимо, образовался несколько дней назад. Просто тепловые сети наполнились водой, и вода начала выходить на поверхность. Соответственно, стало видимо. И в настоящее время ведутся работы по локализации, по диагностике тепловой сети и определению. Потребители не отключены, то есть как только специалисты определят место дефекта, соответственно, будет отключение. В зону отключения попадает 14 многоквартирных жилых домов, двух ЦТП. Но схема подключения данных домов позволяет обеспечивать теплоснабжение еще какое-то время путем работы второго контура от ЦТП, соответственно, можно сказать, что просто будут понижены параметры. Вот. В настоящее время задача, конечно, найти дефект, и я думаю, в ближайшие 10-12 часов его специалисты устранят.